Уже в 20-й раз в городе-курорте состоится всероссийский чемпионат по автомногоборью «Юный автомобилист». Проводится он на базе Анапского отделения ВОА. Основная задача Всероссийского общества автомобилистов, как одной из самых крупнейших общественных организаций, это воспитание участников дорожного движения, которые владеют в совершенстве и вождением, и знают правила дорожного движения. Поэтому вот такие мероприятия федерального уровня, они у нас занесены в официальный календарь спортивных мероприятий, они готовятся у нас целый год. И в них участвуют те команды, которые в регионах занимают первые места. Такие соревнования не только выявляют лучших юных автомобилистов страны, но и показывают всем школьникам, которые еще не примкнули к этому общероссийскому движению, чему можно научиться при вступлении в ряды ВОА. Всех детей, кто будет смотреть, приглашаем. Наши секции, автоклубы по всей стране, везде, где они есть, и будем открывать еще новые. Поэтому, пожалуйста, приходите. Сразу же, практически с первых дней начинаем и вождение учить, и теории. Ну, принимаем с 12 до 17 лет. Открытие чемпионата состоится в эту пятницу в 19 часов на автодроме Анапского отделения общества автомобилистов. Посетить мероприятие приглашают всех желающих. В программе вечера концертные номера и фейерверк. А среди школьников, зрителей, возраст которых с 10 до 17 лет, будут разыграны 3-5 скоростных велосипеда. Для этого нужно знать правила дорожного движения и уметь ездить на велосипеде. Стоит рискнуть. В субботу с 10 до 18 часов можно будет посетить соревнования по автомногоборью, а в воскресенье всех желающих приглашают на второй соревновательный день с 11 до 18 часов. Затем в 19:30 состоится награждение победителей и церемония закрытия. Организаторы обещают сделать ее яркой и зрелищной. Все тайны приоткрывать не будем, что называется, приходите и сами все увидите. Адрес Анапского отделения ВОА, Анапа, улица Парковая, 70. Телефоны для информации 5 40 30 и 5 43 13.